щит веры против искушений. Послание к Ефесянам 6:16. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Одним из важнейших элементов всеоружия Божьего является щит веры, которым мы сможем угасить все раскаленные стрелы лукавого. Апостол Павел говорит нам, что мы должны взять щит веры паче всего, то есть более всего, прежде всего. Если мы хотим победить дьявола и все его искушения, то должны противостоять ему твердою верою, и тогда он убежит от нас. 1 Петра 5 глава с 8 по 9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Иакова 4:7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Какими бы ни были наши искушения, мы должны всегда помнить, что Бог может избавить нас от них, и Он никогда не допустит, чтобы мы были искушаемы сверх сил. Мы должны постоянно надеяться на Бога, Его помощь и уповать на Его благодать. 2 Петра 2:9. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Щит веры и упование на Бога и Его благодать являются необходимыми средствами для победы в нашей духовной борьбе и для преодоления искушений, с которыми мы встречаемся в нашей жизни. Возьмите его и начните им пользоваться сегодня. Противостойте дьяволу твердою верою. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас.